целиком и полностью из любви. А? Эй, я снова в руинах. Не означает ли это, что я жив? О боже, я жив! Моя перезагрузка действительно сработала? Ха! О да, Фриз, ты так хорош! Конечно, это работает! И на этот раз я не буду портить временную шкалу снова. Ах, да, верно. Я совсем забыл про Флауи. Хе-хе-хе. Он сойдет с ума, когда должен будет еще раз сказать свою фразу. Здорово! Я Флауи! Флауи Цветок! Опять! Почему я должен говорить это снова? Вы просто хотите видеть мои страдания! Я вижу, ты перезагрузил временную шкалу. Хороший выбор. Но как ты это сделал? Это мой личный секрет. Чара вернется и будет убивать вас снова и снова! Что ж, что ты теперь собираешься делать? Конечно, идти на поверхность. И не волнуйтесь, в этой временной шкале нет никаких злых духов. Я не хочу совершать одну и ту же ошибку снова. Никому больше не придется переживать из-за чары. Может, я могу пойти с вами? Просто мы будем делать все как обычно. Как обычно? Ты имеешь в виду? Да! Вперед! В таком случае, любовь распространится через маленькие белые гранулы дружелюбия. Ой! Хорошо. А теперь настал момент, когда должна появиться Ториэль. Да. Странно. Где она? О нет. Мне так жаль, что я опоздала. Мне потребовалось так много времени, чтобы украсить этот хорошенький торт всеми этими цветами. Ой, нет, только не торт! Черт возьми. Я действительно очень сожалею. Я в порядке. Это похоже на то, как будто у меня появились волосы. Представьте физиономию Папса, когда я скажу ему, что у меня волосы. Ториэль, а для чего ты испекла торт? Эй, это для дня рождения Азриэль. Я знаю, цветы не могут есть торт, но я думаю, что, может быть, он будет счастлив получить его. Как? Почему она знает? Я не рассказывал ей! Я тоже. Хорошо. Я беру свои слова обратно. Эта временная шкала тоже запутанная. Что ты сделал, малыш? Ты действительно помнишь меня? Конечно, я помню. И я обещаю, что с этого момента я никогда не оставлю тебя одного снова. Серьезно, что ты сделал? Я подумал, что будет лучше, если все будут помнить каждую временную шкалу и все, что происходило в их жизни. Но они помнят и плохое. Важно увидеть, какие ошибки были сделаны в прошлом, чтобы не совершить их снова. Есть одна вещь, которую я узнал в моем приключении. Насилие никогда не будет решением проблем. Даже если твоя жизнь скучна. Не пытайтесь навредить людям только потому, что вам скучно. Вместо этого нужно пойти и завести новых друзей. Всегда есть люди, которые где-то вас ждут. Решайте их проблемы. Если они будут счастливы, то вы тоже будете счастливы.